Volkswagen Tiguan 646, прими право, остановись. Инспекторы ГИБДД останавливают водителя на улице Шевченко, обнаруживают темную тонировку на передних боковых стеклах. Водитель с этим не согласен, но обойти закон у него не получится. Она не темная же мне? А какая она? Водителю выписывают штраф по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Рейд продолжается. Следующего нарушителя инспекторы обнаруживают на улице Ленина. У водителя очередной иномарки тоже есть тонировочная пленка. Что, с тонировкой? Да. Ну, тонировка нанесена. Мне так больше нравится. Это же опасно. Да, ну, хорошо же видно. Снять ее автолюбитель решает сразу, хотя с неохотой. Сотрудники ГИБДД предупреждают, тонирование стекол может создать проблему в ночное время суток или при плохих погодных условиях. Следующего нарушителя останавливают на улице Гафиатуллина. Водитель утверждает, что с помощью темной сетки на переднем стекле прячется от солнца. От солнечных лучей, потому что прячется. А вы считаете, что есть? У меня псориаз. Солнечные лучи противопоказаны. Инспекторы ГИБДД штрафуют не только за тонировку, но и за такие каркасные сетки, которые установлены на передних боковых стеклах. Нарушителям грозит штраф 500 рублей. Рената Сайдгараева, Шадбахтиев, новости Юго-Востока.